Хороший проход к воротам и фантастический гол в исполнении Кирилла Павлова. Такая несносная реализация большинства, и все произошло, как я примерно и предполагал. 2-2 счет становится. Отличный гол 91-го номера команды «Витязь». Давайте посмотрим еще раз на повторе, как он прошел. Павлов. Еще один момент. Ничего себе проход к воротам. И в меньшинстве. В меньшинстве Павлов забрасывает еще одну шайбу. Молодец, молодец. Сектору болельщиков «Витязя», родителей нету просто. Приделываешь совершенство, скандирует «Витязь, Витязь». Я думаю, все прекрасно это слышно в прямом эфире. Итак, 3-2. Когда приедет сюда, в Красногорск, Александр Овечкин и многие другие выдающиеся хоккеисты. Опасный момент и гол! Гол, «Витязь» выходит вперед, и это вновь Кирилл Павлов. Вот так вот. Вот так вот все у нас и получается. С трибун слышно, молодцы. Действительно молодцы. Хороший поединок. Пустив, в очередной раз хорошо выглядел. Отлично выглядел Марк Мысин, вратарь команды «Витязь», а это еще одна шайба подмосковной команды, которую забрасывает Павлов. Павлов. Не устаю называть эту фамилию. 4-7 становится счет. Вот это камбэк совершает «Витязь».